Раз и два. Сразу. До финала осталось уже чуть меньше недели, поэтому девушкам предстоит много работы. Эмоции переполняют, потому что у нас даже свободного времени нет, мы сидим. То есть минут пять и все, потом опять этот ритм идет. Все время почти в репетициях, ну вечером между собой так уже какие-то отдыхаем. Поначалу тяжело, но нужно больше репетировать, чтобы уже к финалу более-менее. Научиться дефилировать на сцене конкурсанткам помогает хореограф. На финале нужно будет не только продемонстрировать красивую походку, но и поразить зрителей общим танцем. Будут и другие задания. Из конкурсных заданий у них видеовизитка, это кулинарный конкурс, это интеллектуальный конкурс, это дефиле в вечерних платьях, ну и творческий конкурс, конечно же. Раз, два, постояли, короче, просто. Все, и пошли по кругу. В выездном лагере конкурсантки провели двое суток. Здесь с ними работал не только хореограф, но и спортивный тренер и визажист. Тренировки будут продолжаться и среди недели, а финал пройдет 8 апреля в районном доме культуры имени Ленинского комсомола. Начало в 12 часов.